Надо быстренько это уже грохнуть все. Нет, какой хрен ты чё? Ты делал хрен на нем? Приз. В другом сервере делал. На РНЖ будут лог, два мага, все остальные под боссом на второй, на четвертой фазе. Маги блинки, лог, портал поставишь. Все, поехали. Так, а тебе на туловище там. Беги, малышка, беги! Чё это такое? Расхилили. Пиздец, стопайте хил. Стопайте хил, ложитесь. Вообще их прошло не было. Забыли как хилить? Беги, малышка, беги! Слева на мини умер. Я не успел разбежаться без того самого. Вы, ну, откладывайте в голове хоть что-нибудь. Тут и вот минус сдох. Тут не первый раз. Тот минус сдох. Сездеру и Рога. Рога, ты тут первый раз? Я тут не первый раз. Там шипечник в тучку сел и мину рядом со мной вступил и меня взорвал. ШП, нахуя ты в тучку сел? Тебе смешно? Ты просто Рогу убил или что? Блядь. Короче, мне надо, чтобы вы на мины не бежали. Рога, стой у стены нахуй и босса не бей. ШП, стой в РНЖ, боссу не подходи. Залупу какую-то исполняете, блядь. Так я не понял, что там ШПшник вообще делал в милизоне? Я сказал сейчас, что вы будете делать. У вас давай спускайся, баф даем. Так, а скажи, от чего порталаться там в РНЖ? Будет на себе такая метка, ну, на полу. Надо будет выбежать. От красной метки просто выбегаешь из рук босса, из туловища. Будет идти лазер. Лазер по часовой стрелке идет. Надо против часовой переместиться. Все готовы? Че у вас по мане там, отпивайте быстрее. Надежда на тех, кто здесь уже был, это не первый раз, нахуй. Вы вообще не должны сдохнуть. Ну, хуйня кинулась на одного человека, его надо защитить. Беги, малышка, беги! Самое напряженное по хилу будет вторая и четвертая фаза. Не проебите мага, блять. Алло. Беги,
прием, блядь. Ребята, пиздец. Такой мало у него хп было, блядь. Вот это сейчас самая сложная фаза. А четвертая? Еще сложнее. Три раза. Тут хилы, если проебут нас, ну типа, я не знаю, три хила надо бить. Маги, видите, не захилят глыбу сразу без разговоров, нажимаете. Глыба от баражи не спасает, кстати. Так, класс, на тебе. Давайте, кстати, Геру сейчас. Максимально. Помоложение будет рост по КД, хуярь. Топалов, давай прохиливай. Частицу на себя, хуярь. Значит, это. Прохиливай. Готовимся за спину вставать. В желтую метку, в звезду. Кто в кругу стоит. Быстрее ДПСить босса. За спину. Вот сюда, в звезду. Все, захиливаем. Захиливаем, быстрее поднимаем, быстрее, буйный рост. Ну что это за хуйня? Ты чё, блядь? Лазерный. Под босса, что ли, подошел или что, блядь? Лок. Поднимаем. Блядь, Лок, отвечай. Бах. Да, я вместе со всеми подбежал. Не надо подбегать под босса. Звезда стояла, ну что? Звезде никто не сдох. Ваншоты там, понимаешь? Ваншот. Голова ебаная. Так, набираю агронами. Робота буду об себя взрывать. Так, милики, отойдите от меня. На меня будет бомба падать. Покурите. Вот, бомба упала, можете пару тысяч дать. Все, отходите, бомба скоро упадет. Эти мелкие не шотнут никого. Просто ЛПшки кидаю и бомбу взрываю все. Так, бомба. Все, добивают голову. Просто уешим теперь это говно все. Ну тут я не знаю, просто типа БР нету, да, СС по слез дерева. Надеюсь, блять, вы не прокосячите. Сначала будет обстрел, потом шоковый. И смотрим на мины. Очень внимательно. Убить надо с разницей не больше 12 секунд. Все части одновременно. Так, вас даю истерию. Нет, 12 секунд, куда еще? Вины, смотрите, кинулись. Я их похлопаю, чтобы вам проще было. Скоро будет обстрел, смотрим на туловище. Обстрел. За спину заходим. По голове больше. Мильки тоже могут пить голову. Давайте одновременно надо убить. Самое главное, в этом не протупите. Красная метка вышла. 100 тысяч. Отбегали. Отбежали от низа. Ну вот. Такого хуя, ну блядь, добиваем быстрее последнее. Вот. Били все. Что там упало, что-то намного.
Да, голова. А, useless, понятно. Чё это? А. Так. Давайте ролим. Никому не надо, кроме Рохи. О, есть. Ну, тут видно, кому отдавать. Говорим же, да? А кто комнату убить танчит? То есть туннель? Да, кто? Комната. Лик. Так, это самое. Пошли катить. Вас оковы на тех, которые не электрические. А их катить надо? Ну да, блять, я сдохну, потому что. Давайте примораживать, я хуй знаю. И бейте того, у кого хп меньше. Они на мне настакают и будут шотать. На пустошителе оковы хуярь вас, на одного, на второго. Вот этого ротана бьем, светящегося. В него переключитесь. Этот побегает еще. Светящегося бьем. Бустошителя уже добейте.
Базука с креветкой в комнату. Все с дерева в комнату. Нет, кастаны в комнату. Все остальные на арене. Два мага, хэпал, я в кишку. Все остальные на арене. Вас притяжка сбивать. Прист. Рассеивание заклинаний использовать умеешь? Которая единичная, не массовая. Рассеивание заклинаний. Значит, будет моб пробудитель. Всего надо будет диспелить. Косты сбивает Роланда, ему диспелить. А, ну Роланда диспелить тоже может. Значит, вдвоем диспелите. Это самое главное. Пробудителя в первую очередь дергайте. Потом завоеватель, потом защитник, потом все остальное. Так. Все с дерева просто хотаешь всех. Все. Куда дамаг будет получать? Пистобав. Заходим. Так, кто там нажимает? Пошли. Базука МК, кстати, спал. Быстрее зергайте мобов на левую сторону. Че вы стали? Не сдохните только от огня. Проходит огонь на правую. Бля, я это поспешил. Я встану, типа вы на меня это не смотрите, блядь. Что-то мог бы долго, но... А, базука один. Не, ну это пиздец, нахуй. Как, зачем ты сдох? Мы бы резнулись. Блять, короче, сжимся. А почему мы бы резнулись? Потому что. Блять, еще уходим, блядь. На арене под молнию вставайте. Неудачники, заморыши.
Поели, встали, приготовились. Внимательнее там на огонь смотрите, туннель. Не смотрите на меня, меня мобы станет. Который кастует, в первую очередь его и старайтесь зергнуть. Потому что они захиливают. Эти добиваем. Я потом сам обосплю, не надо спешить. Нихуя мне дело. Ближе за спину, потому что давайте. Кастера. Этого дурака захилю, захилю. Там он огонь кидает, он уешит вокруг. По правой стене, по центру не бежать, по стенке. Спрыгивайте, помогайте бить. Ренжу набираем. Великий треугольником относительно танка. Остальные в ренже. В центре хилы. Ближе к боссу. Но в ренже 12 метров. Давайте берем. До 4 стаков стоим. Потом оттуда, откуда полоски идут, вот эти молнии отходим. Уже треть хп сносит. Так. Так, у вас на тесте. Mm-hmm.
Блять, до Везекса идти, пиздец еще. Критует, но... Честь на маха. О. Так. Честь на маха. Базука, тебе надо, да, этот кусок? Да всем нет. Так, это самое. Рога тут? Рога, рога. Это самое. Давай, знаешь как? Я вот эту голову тебе дам с мастерством, а ты мне ту дашь. Т8. А то у меня 200-я на танке, залупа ебаная. Давай. Вот эту с мастерством тебе дам. Нет, у меня этот... А, ты вазу. У меня вообще нету. Ну, у тебя один кусок все равно. Я могу отдал, потому что у него там четвертый кусок был. А нет, третий? А хуй знает. Он где-то лежит, наверное. И там какую-то шмотку переодеть. Не знаю насчет собрания. Что ты голову не дашь, рога? Прием. Ну я знаю, там кинжал падает. Да еще Везекса бы успеть. Пись сразу в ДЦ. На Везекса, на такого идем. Собрание. Да шапку надо ебаную 200-ю поменять. Крафтовую вот эту. То позор ебучий. Уже 25-ку плюс один танчу, блять, в говношмоте. Там хоть защиты будет побольше, можно будет чарку сменить на плечи. На ступеньки, рога. Интересно, выпадут или не выпадут? Ты нашел? Не знаю, он часто падает. Сейчас кинжал не выпадет, рога скажет, да не, нихуя не отдам. Ну чё там, плечи-то ролем или чё? Ты про чё? В чат пишу. Плечи. Это вас, говорит? Да, а чё да, у тебя? Да. А чё у тебя, сколько кусков? Я парашу. Я душу быстро хотели на собрание. Ну-ка, Лид, гони, чё у тебя там за параша?
Я думал, ты 4 куска уже. Какой 4? У меня 2 куска, вот их 219. Я уже уступал кому-то, уже не знаю, сколько раз уже. Блять. Базука, а у тебя какой-то кусок? 4 или какой? Да, 3. Ну смотрите, рольте, блять, я хуй его знает. Паролем тоже. С вазом. Ну, хэм, хуй его знает. Просто это мы по консулу ходим, то не по консулу, я еще не дупляю вот этой системы. Не, смотрите, я понимаю, я отжал. Хоть консул, хоть не консул, вы думайте между собой, типа, если вот у вас ходит в рейды, базука ходит в рейды, ну, каждому нужно там, вот если исходить из того, что 4-й там кусок или 2-й, то приоритетнее или 2-й или 4-й кусок собрать. Вот и думаю. Просто я уже говорю, что мне нужны только либо плечи, либо перчатки. Вас в прошлый раз, скажем так, брал другие куски, ну, как бы, и в том числе, я не помню, по-моему, даже это и плечи еще были. Когда мы в самый первый раз еще убивали. Не суть, не помню точно какой, но я помню, что брали все подряд. Тебе принципиально, чтобы этот 4-й кусок там твой был плечи? Потому что мне принципиально, чтобы были плечи. Плечи и перчатки, все, вот это только именно куски, которые мне нужны. Просто если бы сейчас нападало все там и головы и прочее, ну как бы я на голову не беру, даже перчатки я не брал сейчас. Так, приспекнулся. Набирайте раньше. Синие выходим. На край там вставать. Ну я не знаю, будете там дамаг получать, нет, я не знаю. Аккуратно. Захиливаем сейчас меня сильнее. 3 хила. Не проебитесь сами. Рейндж набирайте, уходите оттуда. Захиливаем рейд. Зеленый уже выходим. Встаем в силе. Зак умер. Ресы, добивайте. Прист на ману читай, потом... Читай на ману.
Резай дерево, ты резай. Это я. Геру. Побыстрее бейте. Кто сдохнет, что? Постанай, где твоя мана? Зыбка пошла. Так, что у нас время? 20 секунд. Быстрее бейте. Все просто сдохнут. Если кто-то умрет, босс отхилится. Сразу захиливаем сильнее. Гимн хп хуярь. Быстрее гимн хп. Прощай, Войд. Сейчас меня ресните. Так, ну Рога, как договаривались? У тебя этот есть ключ к архиву? Ключ. По-моему, нет, на ДК у меня нет. Надо будет взять. Я бы просто хотел посмотреть. Сейчас там у меня... 5 секунд пишет КД. Так. Скритом надо наручи кому-то? Сразу говорите. А, на танка плащ. Я хуй знает, какой у меня там. Взять, блокирование там же у тебя. Наруч, если пылить будет, дать на сову буду, можешь собирать потом. Да, я тебе дам. А, так. Сейчас погоди, приз. Может быть, мы везок свыбьем. Так, что ты Рога горишь? Пояс, что ли? За пояс ты горишь? Да? За плащ. Плащ боешь. Так, плащ. Тебе надо на своего танка плащ? Не, не надо мне ничего, то я говорю, себе забери. Слышно меня? Да. Угу. Ты говорил, что-то бое какой-то продашь, это про что ты говорил? Про то, что мне выпал плащ боешный. Ну. И, ну вот, можно его продать. Ты хочешь купить, что ли, еще, я не понимаю? Нет, просто продать. Так, ну-ка, все тут, кроме Роги, никому не надо. Ну, у меня 213-й плащ. А ты мне дай эту голову. А, точно. Так. Блядь, наконец-то у меня голова будет 219-я. Топор этот ебучий, с меткостью. Хуёво, жало не это пиздец. Угу. Ты, блядь, падал пару раз в последние КД. Это, чё там, спать пока никто нет, блядь, время пиздец, конечно. Да не, сегодня последний день отработал. Генерала ХМ, вообще, честно вам скажу, мы осилим. Но вы знаете, что там надо. Там надо ни разу не попасть под сокрушение. Если все это смогут сделать, типа с первого раза, то да. Но если нет, то, блядь, просто мы разойдемся. Поздно уже. Блядь, это я еще виноват, что вас оставил с этим рейдом ебучим. Там тоже люди вылетают. Хуёво получилось. Не, ну генерала надо по-любому убить. Просто убить можно в обычке. Но если ХМ, там здравый лут падает. На шамана, на приста, на... Давайте побыстрее. На сову.
Это, ребята, надо кому-то что-то крафтить? Из нас. Мне надо этот пояс. Пояс тканевый, скорость, меткость, который. Так. У меня сколько-то сфер есть. Я себе крафтил пояс, короче, на мишку. Что-то, блядь, зря, наверное, его крафтил. У меня, короче, сферы есть. Наверное, там две и там две. Сейчас сколько я взял? Я взял, да, две. Надо скрафтить. Базука, что у тебя есть? Это самое. Хань там, да что там надо? О, вес есть. Весенький. Блять, ну и одну сферу где-то докупить надо будет или чё? А у кого вообще в рейде сферы еще есть? У кого-то есть? Короче, вот этого базука превратила в чё. Оставшуюся не так захуярим. Стража бегать, я его не надо бить, его видите, где я бью, я на него кидаю оковы, вот тут хуярьте вот этого дурака, вот эти будут. А стража бегайте, на него кинул оковы и бегайте от него, блять, ауеши. Чтоб дамаг не ловить, пускай его РДДшники убьют, сейчас, блять, оковы на ебану. И вот этого хуярьте. Чтобы лишний дамаг не ловить. Все. Ну, в оковах охуенно бегает. Все, теперь приверженцы зерга. Ну, а еще сало пидорки. Этот гнидыч. Рога, ты без гильдии сидишь? Я чуть не вижу. Да. Гнидыч, если что, там Рогу по это в гильдию позови. Нормальный тип. Приоденется, там будет дамажить. Может играть будет. Но опять же, типа там гнидыч Наксы будет собирается водить. Есть Наксы, вот это все. Насчет десятки. Не так часто получается сейчас. Я потому что задрачиваю персонажи свои. Не могу на одном играть. С 25-ки стараюсь ходить. Вот. Если типа ты круто оденешься и начнешь круто дамажить, то в ГВП вступай. Там уже заявку все это подашь. Пока что поиграй. Ребята все нормальные, адекватные. Дискорд, кстати, сейчас даже здесь везде дам. А, арес вот этот робот, да? Да. Я тебе дал тут роль, тоже чекай тут эти, как они называются. Приз тоже будешь вступать, нет, или ты в своей какой-то гильдии? Приз Нирвания. Короче, это самое. Захочешь, там напишешь. Мы тебе писали там поменять объявление слезок? Сообщение дня-то? Угу. Я там, по-моему, дал Ник Дейлону права на мудрецов. На мудрецов я дал. Набор, короче. Сообщение вроде тоже мне дал. Нечего.
Ну я посмотрю потом. А что ты хочешь там писать в сообщении РТ или что? Или про набор что-то? Дис РТ. Ой. Да это знаешь, такое дело. Календарь проще. Да, вообще на практике оно как получается. Звездочку базука, все звездочки. Кружки все этот самый. Привет. Креветка. Так, ледяной маг в этой пачке один. А всех стражей будет... Блять, кто будет? Слезь дерева, давай ты будешь. Ты будешь корни кидать. Корни на панели есть, вытащенные? Сейчас, подожди. За под руку поставлю. Поставь, ага. Чтобы удобно было. Гнев деревьев. Поставил? Не-не. Ставил? Да. Короче, все стражи, сумеречный страж. Я не буду тебе тут ставить сам всех стражей. Три пачки тут. Насчет три будете втроем контроль кидать. Все, что оставшись этого Стусиби, элементаля огненного бани, что же не буду метку ставить, знаешь, заранее выбираю. Насчет три будете раздавать контроль. Раз, два, три. Все, что останется, вот хуярю. Отлично, идеально. Все, это вся пидерсия. Хуярим. Так куда-то там в уголок зайдите, потому что эти мобы кто-то себе невежный свой дефир кидает, ну ладно. Чтобы это не отлететь никуда ночью. Ту пачку. Перебанивай. Смотрите, вот вы когда контроль кидаете, его надо обновлять. Корни часто обновлять. Баном. Савинс был 8 секунд. Обновляйте. Все, стражи захуяриваем, потом с бана выводишь это. Там еще какой-то пироман, блять, пиромана захуярить уже, он заебал прыгать. Главное, чтобы на йогу не телепортировался никто. Как у нас было. Почему он вышел с контроля, кто его убил. Ну что, бьем тогда кружок. Бан тогда обнови на элементаль. Сало есть кинуло охуенно. Пусть кукушкой будет. Два элементаля. Ну да, когда без пули. На Весексе там все от вас зависит. Если вы, ну, я не знаю, хэм, не хэм. Типа, если мы выпадемся, сразу разойдемся. Время подходит. Давай хэм, вот это, уже с тем. Там типа, чё ж там? Все легко, типа, если вы сдохнете от сокрушения, ну все, типа. Тут в этого в ШП значит звездочка базука. Дробяшка валяется. Сейчас где? Пучи где-то. Так, вижу. Критический удар, мастерства. Так, а рога это тебе надо, да? Это не боешка. Я знаю. Рога тебе надо это? Вас тебе надо? ВФ, да? Так, на, короче. Так, уже поставил. И там еще ледяной маг есть. Будем его в первую очередь убивать. Череп ставлю. Я его грипну. А остальное там стражи и элементали выбирайте. Подходите на ренжу.
На счет три давайте контроль. Раз, два, три. Вот этого гуся бьем. Что это за хуйня? А, это пироман. Потом пиромана зергаем, ну, заебет. Сейчас костры мы сбиваем. Давайте звезду. Ох, это сало вечное. Угу. Подальше от моба стойте, сало на вас не повешивается. Прыжок бежит. Угу. Ну, а разбанивай ему. Ну, круто. Когда вы... Вот этот контроль, это все это нужно. Потому что вот... Оно не однокнопочная игра. Тут будет ИК, будет ИВК, там будут чемпионы. Там вот без этого контроля вайпы будут. Если вы за свой класс, вам удобно всех контроль давать, если вы все понимаете, когда давать, что давать, кого давать. Они, кстати, вроде бы превышению этот... иммунно или нет? Да, ну это бред. Нахуя я не буду давать? Хуйню делаю. Типа с фоном этот. Да. Это ПВПшный босс. Там должны быть иммуны, ну... Там должен быть диминишинг и все. Иммуна там не должно быть. Они, ну, таунтятся, но там тоже, по-моему, какое-то время... Ну, там они плохо таунтятся вообще. Агролист обнуляется у них постоянно. У них они этот на расстоянии, на расстоянии на каком-то они действуют. Если ты дальше от них там на 50 метров, они на тебя никогда не пойдут. Так, ну знаешь, базука приверженца где там? Давай вот этого креветка, где еще? А вот этот я грипну. Все, вы знаете, кого там выбирать на счет три. Раз, два. Почему-то этот цель не вспомнился. Осторожно там, АОЕшкой. Блять, да чё он стоит-то? Ебучий этот череп, блять. Захуяриваем череп. Ну и давай теперь кружок хуярим. Так, пироман ебаный. Вас я... кинем усалы, если есть. Не надо, я этот... Сейчас... Ладно, понял. Так, ну и первая мана, блин. Вот сало. Вот ходки от друида, видишь, как хорошо. В сале стоит, у нас хилит постоянно. Просто восстановление, я тоже сколько играл. Восстановление, оно юзается в рейдах, где у тебя есть подушка безопасности. Вот если где у тебя есть, разбанивай элементали. Где у тебя есть 4 хила помимо тебя. Ты можешь спокойно этого сценика кастовать, но опять же, оно, ну, мало эффективно. Но кастуется тогда, вот на боях, когда прям долгий бой и весь бой идет какая-то аура тикает, весь рейд. Тогда да, когда тебе нужно увеличить. Типа этого, собрание ХМ. Так, давайте, стража. Так, шок я смотрю. Давайте приверженца тогда, там уже шок висит. Зергаем его. Ну, фир. Ничего, до босса не дойдете. А может и дойдете. Тогда отходим сюда. Это еще фир. Все, и это петуха. Этого убьем. Трэш, чем босса. Убьем.
Тут на руку топовая вещь падает, блять. Этот плащ с двумя дырками. Две дырки, то сильно. Это вообще пиздец. Они полетел? Не летают, летают. Тут Бисси полетел. Так, это. Ого! Патрульте там, превратите в овцу там. Потом дисплей летят. На кошку будешь. А, сопротивление. О, кошка. У вас захуярит нас сейчас. Смотри, он как меня хочет захуярить. Кого ебанул. Чуть не захуярил, пол хп спишь. Ты не съедобно, успокойся. У кого-то иммун сработал. Моб такой кастовал, ну что за хуйня, не контролится. Я думаю, резисты собрали, суки. Блять, вспоминаю игру Сталкера, Сидора вообще, блять. Ты бы еще консервных банок насобирал, блять. Молодец, я доволен. О, сейчас я убью кого-то. Да не, нихуя, она тебе сало. Блять, ты вглубь, что ли? Нет. Короче, сало кину в пустую, походу. О, плохо шел. Все что угодно кидают. Короче, хэм. Ёбаный вот. Это я, что ли? Сейчас, подожди, у меня есть... Хуйня охуенная. Мышка и это. Как она называется? Да? Андедовская, воля мертвых, отрекшихся. Короче, никаких меток, никакой хуйни. Как бегать из сокрушения. Звездочка вам покажет. Крестик. Лок выносит порталом. Чуть подальше его поставь сзади. Два мага блинком, остальные ногами. Под боссом стоят из дерева костяные, ману экономите. Вы помните об этой хуйне. Мы убивали же с вами, да? Убивали. Да. Только я про вынос не помню. Что мы выносили? По-моему, что не выносили? Крест. Крест выносит. Под боссом тут стоит, нихуя не выносит. На ренже только вся работа происходит. А хилы стоят посередине. Хилы стоят под боссом. Всё. Босс будет лицом к рейду, вы под хвостом, ну, в пятку бьете, чтобы резать ману. Блять, ну, в принципе, тут желтая джага нужна, ведь второго паладина нету, нахуй. Короче, я не ебу, нахуй. Все зависит от того, если вы сокрушение словите, это вайп. Если вы его до элементаля словили, это значит вайп, вы не убьете хэм. На хэме, потому что оно шотнет. Облака будут появляться, их нельзя уешить. Все, что вам надо знать. Элементаль появится, его убиваем, я гротом наберу, у меня проблем с этим нет. Туси бе. Кастуем только в черной луже, вот и все, пошли. В одной куче стоим, все сдерживаем. Стойте как вам удобно. Вот это сейчас почему дамаг ставились? Из дерева ты под боссом стоишь. С хэпалом, рогой и вазом. А не там. В луже уменьшается отхил на 75%. Встань под босса в красный круг. Красный круг. Черепок на. Да какой висит. Пизду черепок? Встань под босса. Черепок. Или это базука. Глыбы скидывается еще там, смотрите. На вторую фазу глыбы оставьте там, если есть. Так. Вот это вы постоялись с этим, с меткой Безликого охуенно, и босса подхилили. Блять, мы же этот, урез хиланик, не это самое. Короче, смотрите, я хуй знаю, до берсы времени, хуева гора. Должно быть все заебись. Нихуя, привет, как там так набрал?
Скинуть? Ну, скидывай, конечно. Как-нибудь что-нибудь. Сальва только укопала. Типа, если ты сольешь босса, я его не ставлю, что не там. Смотри за это. Мне вообще кумулину скинул. А как ты в ноль скинул? Это невидимость? Инвиз. Инвиз, да. Заебись. Все, хуярь. Все, тут просто на время. Периодически появляются пары. 6 штук, 8 штук накопится. Так, метка. Угу. 20 радиус вокруг метки. Сама метка дамаг не получает, а все, кто 20 метров вокруг метки, хилят босса и получают дамаг. По 5000 секунду нахуй. Это хилят босса, охуенная цифра. 1000% от 5000. А пиздец, или 100, или 300, или 500%. Короче, хуёво. Осторожно. Каст не проел будет. Вот этот каст рога вас, смотрите, если я проебу, мы выпадемся. Все очень просто. Вот это черная хуета, которая падает, придрочитесь вот так, базуковынец. Если на элементале вы в одну такую хуйню словите, и вас не просто откинет, вы сдохнете. Так, что-то кто-то лишний под боссом или кто-то это в рендже хуево что-то стоит. Что-то я не вкуриваю, что за хуйня, почему у нас кинуло? И что это было, блядь? Чем? А, все нормально, нас кинуло. Так, Мелизоне пары, осторожно, смотрим. Не ауешить, уберите ауе. Что там, блядь, бьет? Кто бьет? Что это за хуйня? Мор убери, не тыкай. Кто там, вас? То умрут пары, не будет хэма. Я не буду вайпаться. Мы пойдем сразу расход. Приготовились. Немножко притормозите, приготовьте сейчас. Притормозите немножко, заберитесь с мыслями. Элементаль появляется. Сейчас я на нем огромно беру, на этом пидоре. Немножко к вам подведу. Все, фулл ДПС по элементалю. Сейчас пару ЛПшек дам, вас все истерию ебану. Так, Рванда не сдохни. Захильте ее как-то. Себя похильте сама. Базок. Глыбу отдаем уже на этой фазе. Блять, вот, ну, я ничего не сделаю. Стопани лучше, покури. Потому что, ну, мы упадем. Он не там, тоже, как и босс. Так, незыбка пошла. Хватит элементаля. То огромный как креветка генерирует. Ты искусные чары там качаешь. Еще что-нибудь надо перекачать тебе. Это я, наверное, пока давал этот как-то. Скажи мне, скажите, Ленда. Когда истерию кидал, наверное, ГКД проебал, нахуй, сразу набрал огромный, блядь. Все, короче, это. Добили Элема, остался только босс. Нехуй делать, меня захильте. Тут кто-то сдох? А, нет. Под черную хуйню не попадите, блядь, и подхильте людей. Лока не достанем похилить. Ну выбеги под хиль. Выбеги под хиль. И вернись обратно. Вот, сейчас под черную хуйню не попадите, она шотнет вас, на вас стаки висят. Вот, видишь, уже один помер. Бафы, обнови этот, пристабав лапку по ней. Внимательно на черную хуйню сейчас смотрите. Вот, креветка сдох, обрыгался. Блять, давайте, не обрыгивайтесь. Вот эти поошибались, все, смотрите, учитесь на ошибку. Темное сокрушение в мили-зону. Так, базука, Ролан, Тусиби, Фоксис. Ну я ебу хули тут показать еще. Ну, будет мелизону кидать сейчас. Ладно, в другой раз как-нибудь. Все, на этом все. Терпение вы
пора отдыхать, уже поздно. Войт, Войт, слушай, ты говорил, наручи с критовой на сову там были или на кого? Да, заходил в инстатив, на входе инстатива там. Ну там с критом, ну тканевый, я хуй знаю. Ну конечно, можно на сову. Нет, они подходят или не подходят, я другие ну, буду, если что. Подходят, как бы, там крит, сове крит надо. Где ты? Вот с хостой это на эрдру. Так. Ой, блин, тебя смотрю. Так, наручи, где они лежат? Вот они. Крит, дух, хорошая тема. Ну, вообще, крит-хас тебе надо. Самые твои вот совинные такие вещи. Крит-хас. Просто смотрю, код, он мне такой для фарма нужен. Он вообще никто, никому не нужен. Кто-кто? Код. А, код, ну... Ну, мои любимые спеки — это мишка, сова, дерево.